находимся в Санкт-Петербурге, в центре Первого медицинского университета имени академика Павлова. За моей спиной вы видите фургон. Это мобильная консультационно-диагностическая лаборатория благотворительной организации «Диакония». Здесь я прошел экспресс-тест на ВИЧ-статус по анализу слюны. Результат становится известен через 5 минут. Кроме прохождения анализа на ВИЧ-статус, здесь можно задать любые вопросы, касающиеся ВИЧ и СПИДа, и получить квалифицированные ответы специалистов. Этот фургон будет стоять на этом самом месте, на станции метро Петроградская, в центре Первого медицинского университета имени академика Павлова, до конца октября, каждый будний день с 12 до полтретьего. Вы можете прийти и провериться на ВИЧ-статус сами и также предложить эту возможность вашим родным и близким. С вами был Антон Деркач, берегите себя и до встречи в новых видео. Немного о ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфекция – это неизлечимое заболевание инфекционной природы, способное передаваться половым путем и через кровь. В случае отсутствия лечения ВИЧ-инфекция переходит в стадию СПИДа. В этом случае иммунная система зараженного человека теряет способность справляться с какими-либо инфекциями. Внешне зараженный человек может ничем не отличаться от абсолютно здорового человека. Ваш половой партнер не может гарантировать, что он не заражен ВИЧ, до тех пор, пока не пройдет проверку. Пройти бесплатное ВИЧ-тестирование можно любому желающему на станции метро Петроградская в центре Первого медицинского университета имени академика Павлова. Также там можно задать абсолютно любые вопросы, касающиеся ВИЧ-инфекции и СПИДа. Я благодарю Анну Скворца за помощь в съемке этого видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Берегите себя.